Все, мы идем в нужном направлении. Точно? Да какой магазин? Ну я хочу купить арбуз. Ты видишь, там продавца нет. Ну давай. Не, на обратном пути купишь хоть. Ну ладно. Сой, ну глаза разуй. Нет, смотри, вон в том доме они. А, слева? Нет, по центру я помню. Они мне что-то сообщали. Тук-тук, можно войти? Ага, здравствуйте. Мы к вам. Ого, вы тут хорошо поживаете. Сколько времени они вас не видели? Давно. Ой, у вас и сын подался, чужой. Какой? Где? Сой, ты чего? Вот же он. Какой сын? Где чужой? А ты не туда смотришь, смотри, чужой. Ну где? Да. Сзади, что ли? Ой, погоди, стоп. Тим Линдеман позвонил, блин. Он сейчас этот концерт Рамштайн устроит. Ну так и пойдем, да? Пойдем? Хорошо. Ну давай, пойдем. Йо! Ты споешь. Что за? Ты что, такое видео чужого? Так вот же он стоял, я про него тебе говорил. Что за театр, чертова? Ну хорошо, мы потом к вам заглянем. Мы пока к Рамштайн пойдем. Ну пойдем. Ты там споешь, да? Ну вот дверь закроет за нас, хорошо, ладно. Что за чужой ненормальный? А куда идти-то? Ты что, первый раз в этой деревне? Да я тут уже пару раз был. Да я не помню, не знаю. В прошлом году же, давай туда. Мне память плохая. Тут тебе специально скоротать путь можно. Топология плохо. Тут нельзя как-то дверь открывать. Хотя топология-то, по-моему, про фигуры и всякое там, вот это вот. Алло! Диль, потише! Потише сделай! Цой спеть хочет с тобой. Ты оглох. Ты что, не слышишь? Алло. Да очнись. Тише, убавь. Хватит. Цой, да скажи ты ему уже, хватит. Вы кто? Ты что, с ума сошел? Цой с тобой спеть хочет, видишь? Вы на корсе? Можно? Вы тоже спеть хотите? Ну тут все равно у тебя зрителей нет, видишь, как хорошо. Ну, только Сой, конечно, не зрители, я сам. А я сейчас посмотрю, поснимаю там. О, можно? О, хорошо. Мы записи. Все, отлично, заснял. Вот вы можете пока допеть, если хотите. О, кстати, а как ты эти огни делаешь? Я вот вас замечаю, эти огни вот эти вот крутые, а? Прикольно. Бензин, что ли, наливаете или чё? Газ какой-то? Хи-хи, поприветствуйте новых. Ага. Джокер устроил гонки. Ну что, я первым приду. Ну все, сейчас мы их обгоним. Вы чё с Джокера связали? Чё он вам сделал? Раз, два, три. Вы чё, вообще охренели? Куда? Да я даже не хочу с вами соревноваться. Вы допинг приняли какой-то. Вы километр под стом мчали. Как вы бежали так быстро? Вот много еще хвастаются. Что за ерунда вообще? Задиры тупые. Да невозможно. Эй, Джокер, а давай мы тебя развяжем, а ты нам меч дашь, да? Ты им что-то таблетки дал? Это ты им допинг дал? А, блин. Ты ни при чем? Мы тебя развяжем, давай. Я же говорил. Поможем тебе. Негодяи. Сранцы, мерзавцы. Все, отдай мне с этого меч. Все, Цой, поруби их мечом чертовым своим. Который забрал давно тогда. Че, вот как хвастаться так можете, а вот как когда убегать? Трусы. Спасибо, что освободили. Еще в гонке четыре. Это ж, блин, на выигрыш. В общем. Ну и что за твои секреты? Самое главное, мои секреты. А, ты так зло хочешь это уничтожить? Я хочу уничтожить все зло. И всех врагов. Философия твоя. У каждого чё? Свой двойник. И ты все в гроб на себя заводишь? У каждого своя цель. Блин. И оказывается, я Бог. Стой, ты слышишь? Да, я сам недавно узнал. Там широкается. Меня Бог выслал на землю для этого. Так и знал, что нас подслушивают. Негодяй. И что делать? Подслушивал. Блин, они твои секреты узнают. Что за наглый? Что, нельзя что ли, чтобы их узнали? Это агент какой-то. Ну а черт, эти власти с ученым-то заговорились. Даже спрятаться не смог. Он наверняка денег заплатил, продажные. Чертов клуб. А, давай, ладно. Говно. Все, нет времени. Да вы заразы! Мы не хотели даже ничего! Да блин! Да идем, идем, блин, в какую камеру? Давай пойди во вторую! Блин, нет, не в ту, не в ту, не бейте, я сейчас! У меня есть план, тсс, тихо! Ну и... сдохните! Все, идите! Сейчас дверь закроете! Да мы сидим! Да мы все, сидим, сидим! Сейчас план реализую, давай, придумывай пока! Да мы нормально, мы все тут сидим, успокоились! Все придумал! Так слушай! А что делать-то будем? Сумный меч, если твой, я пронес. О, вот это ты гений! Ты меч сохранил? Да я так. Нифига? Значит, ты что, больше умеешь? Охренеть! Я что умею, я не забыл, у меня там не забирался. Сейчас стену так прорубишь. Только тихонько давай, чтобы они не заметили. Я сейчас притворюсь, что он забрал мне силу. Кто-то бежал, а кто-то остался здесь. Здесь. Да я не остался, я иду за тобой.
Поруби! Фигас! Отлично! Вон, смотри, шибеец, добей ты Грибуса этого чертова! Все! Блин! Стоп! Так ты же выполнил свое предназначение! Все, я расстрою! Нет, Цой, где? Куда? От тебя один метр остался световой! Я его заберу! Я его положу к тебе в могилу! Все, не зря! Все, ты уничтожил ученого и Гриуса! Сериал.